закругляем. А? Мы закругляем. Что? Ну, да. Вам как писать, что ли? Да, ладите. А, пойдемте, ага. Печать надо? Да. Посчитайте калькулятор и говорю, так знаешь, что нужно калькулятор. Thank you.
пропустить момент закрытия. Так, я пойду посмотрю, какой у нас курс, я хочу как столовку Давай я выйду быстренько везде. Да я сыну тебе. Спасибо большое. Можете ксерокопию? Да, конечно. Нет, можно мне одну потом обязательно ксерокопию, где ходил я? Я хочу, я где-нибудь купить документы. Это точно. Коли протокол, это точно. Да. И синий печатный протокол. Обязательно можно познакомиться. Познакомиться можно. Копию надо посмотреть. Thank you.
А все от разных или от одного? Нет, конечно. Извините, а чем? Ну, тут как? Она у меня есть, как и есть. Ну, а как она может быть? Она будет в Кубинке. Во сколько? Вот она. Ну, считай, мы с тобой справились с нашей задачей. То есть сейчас было как-то безэмоционально. Так что это. Вот такое. Ну, а что ты? Меня не кричат, до хрена. Поэтому, что-то, короче, что-то, ладно,
мы под кофе, это же? Да. Похоже, что бывает. Люба, что ты любишь? Я же не буду. Куда? Ну, давайте, а то уже все осталось. Вот эти булавки, может быть, куда-то, а то нас не дальше будет мыть. Ну, как настроение? Сил есть? Да. Ну, вот. До конца будет? Да, ну, что ж, протокол, всем нужно. Сорту протокол. Ну, я думал, домой я позвоню, когда закончим, прибежишь. Да ладно, нам не за вот я вот делаю. Что я ходил? Они же тоже должны. Ты обязательно всех, кто наблюдал. А, да, не пока. Тебе дали кофе? Да. А? Да нет. Я для тебя не на память. Я не понимаю. Да, хотел, но... А, ну это она такая не настоящая. Ну как, ну это все равно. Но это адаптированная. А ты думал, там такая маленькая книжечка ее? Позвонила? А мы сейчас закроем вообще, не будем звонить. Вот, 53 минуты еще. Я не понимаю.
За 5 минут до окончания. Нормально.